месте и остается эта сцена. Соответственно, здесь будут музыкальные творения. Здесь будет такой большой логотип Гаргутеля, соответственно, софиты, инструменты, барабаны. Вот эта замечательная пианино дореволюционная, она подарила нам бабушка. Вот. И, соответственно, когда ремонт закончится, это пианино мы переправим наверх, в барное пространство, и там те, кто умеет играть, будут как бы на этом пианино импровизировать. Это зал. Вот. Одна замечательная, красивая девушка делает дизайн, и, соответственно, здесь будут определенные сидящие места для того, чтобы внимать пространство, внимать концертные действия. Здесь вход как раз будет центральный вход в двор-центр. Здесь будет гардеробная. А здесь будет гримерка для музыкантов. Она небольшая, но мы делаем все возможное. Здесь были различные полочки, вешалочки, раковиночка, чтобы лицо помыть. И руки в том числе. Это туалетная комната, комнаты. А для нас самое главное добродетель. Это люди, которые не имеют возможности передвигаться, и в большинстве своих клубах нет такой возможности, чтобы были туалеты для инвалидов. Вот мы сделали туалет для инвалидов. Здесь, конечно же, будет перелица. Вот такая длинная стоечка, буква Г. Так, вот эти раз, и заканчивается там у окошечка. Телевизор. Вот здесь, кстати, будет пианино стоять. Возможно, может быть, даже будет еще второй инструмент. Кабинетный рояль тоже старинный, но мы еще подумаем, уместится ли он у нас. Ну и здесь будет бармен, кофе, чай и так далее. Здесь, соответственно, пространство, которое будет служить галерейным таким моментом. Здесь будут картины висеть, фотографические, фотографы будут делать фотографии, тоже выставляться. Кабинетное пространство и специальная стена такая, шкаф-купе, где будет, соответственно, видеостудия, скажем, звукостудия в том числе. Арцентр строится как почти своим один, который я зарабатываю с концерта. Но помимо этого, конечно, мы делаем определенные мероприятия, потому что на планете собираются деньги, но, к сожалению, не так достаточно, как хотелось бы. То есть еще очень много вложений в данное место. Поэтому, если кто может подкинуть, сами знаете что, было бы прекрасно и замечательно. Вот, мы были бы счастливы. Помимо этого, 18 сентября в Москве делаем благотворительный концерт поддержка центра Гаргутель, где будут участвовать замечательные музыканты. Это Андрей Макаревич, Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Игорь Стеряев, Алексей Романов, Женя Федоров. Еще одна группа, она секретная. Вот, они спецгости. Об этом только можно будет узнать за день до мероприятия. Вот. Приходите обязательно, и вы этим тоже поможете тем, чтобы какие-то деньги мы собрали на арт-центр Гаргутеля. Спасибо вам большое, с вами был Олег Гаргутель, и жду вас здесь в арт-центре. Когда мы построимся, пожалуйста, приезжайте, приходите, буду открыт. Спасибо.